И снова всем здрасте, приздрасте. Всем привет, привет, привет. Я приехал опять с кентом в Косогор за малиной. И вообще, что попадется. Малина, клубника, вишня пошла потихоньку. Ну, вот сейчас будем собирать чуть-чуть вот в этом месте. Вот такое местечко у нас. Вот тут малина. Вот она начинается. Мелковастенькая. Да всякая попадается, короче говоря. Вот малинка. Ням-ням. И червивая есть. И крупненькая есть. Здесь уже мы пролазили. Здесь вот такая вот ягодка. Вон сколько ее тут. Короче, рви. Не ленись только. Иван-чай цветет в полный рост. Так, вот вишня. Вишни много. Но она еще зелененькая. Пойдем поближе. Вишенки. Я уже нахапал малость. Вот сколько. Половина бодеечки вот этой. 5-литровой. Мне много не надо. Я так пожрать чисто свеженького, чтобы. Вот вишня. Тут и малина рядом, прямо около нее. Подходи, рви. Вот они. Угощайтесь. Кто хочет, я съем. Спасибо всем. Вот вишня. Видите, она еще зеленая. В смысле, она красная. Но она еще не созрела до конца. А ее много. Фу. Кисленькая. Попозже надо. Ну, на базаре уже продают в полный рост. Вот Иван-чай распустился. И по нему пчелки прыгают. Там еще какие-то... Вон я вижу отсюда много. Фу. Пойду собирать что-нибудь. Я думаю, бетончики насобираю себе похряпать. Ням-ням. Кто хочет? Я хочу. Так, залазишь туда. Рукой достаешь, сколько надо. И кушаешь. Тоже кисленькая. Оводы сожрали. Опять ничего не взял. Нет, оводов нет, комаров. Все, бегом, бегом, бегом. Все, ну я приступаю к сбору урожая 2022. Вот вишенки здесь. Пришлось собрать вот с этих кустиков вишню. Уж очень она вкусная мне показалась. Вишня стоит на солнцепеке. Сейчас покажу. О, какая. Вот такая вот. Прям хорошенькая, хорошенькая, вкусненькая. Кисло-сладкая по вкусу. Прям ништяк. И крупненькая. Вот она. Вот сколько. Ну, с пол-литра насобирал. Все. Пойду дальше искать. В тенечек надо сбежать. Жарко становится, вообще караул. Фу, закружится что-то. У меня тут вон еще тары сколько. Собираю, не хочу. А здесь вот она рядышком стоит, зелененькая. Зелень зеленью. А здесь мне повезло. О, еще пойду доберу. Еще не все выдрал.
Вроде собирал, а она еще вот она, сколько ее здесь. Ой. Да я ее больше ем, чем складываю. Ну, как-то так. Буду собирать. Вкусная. Вот как она все забралась. Эй! Как слазить будешь? Эй! Ну вот еще завернул на грядку с Викторией. А ее здесь уже почти нету. Но маленько все равно наклевал. Ой, сколько. Ням-ням. Уже все, она отходит. О, вон она тут. Уже все, хана ей. Жаська, ну вижу, вон там красненькие, там красненькие, там красненькие. Так, навыбираю сейчас, чтобы полопать маленечко. Подъесть. И все, и полезу в кусты куда-нибудь. Или не полезу. Ну вот, ребята, весь мой урожай на сегодняшний день. Виктория, малинки маленько. Тут красивая ягода, вишня. Тут малинка. Тут у меня бутылочки сок березовый. Холодненький, холодненький. Вчера достал бутылочку, разморозил. Вот малина. Как домой собрался, так малина хорошая пошла. А это всегда так. Время 11, и жара стоит. Просто невыносимая. Надо валить отсюда. Домой. Ну, как-то так. Всем пока, всем здоровья и удачи. До свидания.